по республике с оркестром. Так называется инновационный проект в сфере культуры и искусства Чебоксарской детской музыкальной школы номер 2 имени Воробьева. Он получил грант главы республики. Классические произведения, обработки народных песен и пьесы современных композиторов. На сцене Дворца культуры имени Хузангая различные духовые оркестры. Проект завершился итоговым гранд-концертом духовой музыки. Проект дает возможность детям, которые только начали заниматься музыкой, проехать по республике, показать свое творчество, свое мастерство в других школах. Вот мы, в частности, были в Кугейсе, там собирались кадетские классы со всего Чебоксарского района. Все услышали, детям понравилось. Мы надеемся, что это вот популяризация будет как раз вот духовой музыки. Детский духовой оркестр «Виват» появился год назад. В его составе одни кадеты. Именно они и стали главными героями праздничного вечера. Я в этом оркестре уже 3 года, хоть он основан только год назад. Играю я на ударной установке, мне очень нравится. Просто пожелающим предложили, кто хочет играть. И все, кто пришел, кто остался. Так и сформировался оркестр. Выступали часто, ездили по республике. Новые яркие костюмы, сверкающие инструменты. Оркестр выглядит как именинник. Финансовая поддержка со стороны главы и муниципалитета сделала свое дело. Теперь в планах коллектива создать единую электронную нотную библиотеку для всех детских духовых оркестров. Женина, республика.